Стартовало голосование на региональном конкурсе по инициативному бюджетированию. В этом году от ПКЧ представлено 4 идеи. Инициаторы – сами жители города. Так предложено создать мемориальный комплекс памяти героев поколений. Он предполагает установку плит рядом с вечным огнем, на которых будут высечены имена воинов, погибших при защите Отечества. Жильцы многоквартирника по адресу Промышленная, 13, на смотр представили программу по обновлению входной группы своего дома. А в детском саду «Солнышко» решили и дальше развивать проект «Частица Югры». На территории дошкольного учреждения уже обустроен музей под открытым небом. В него входит несколько объектов – беседка, лабаз и чум. В случае победы на средства гранта будут закуплены костюмы и предметы для обустройства внутреннего убранства чума. Планируем закупать зима-лето взрослые, женские, мужские и детские, мальчики, девочки тоже зима-лето. Планируем, чтобы и трамаганские, и аганские костюмы были, нарты детские, область с веслом, люльку, домашнюю утварь и музыкальные инструменты. Также на конкурс представлена идея инициативной группы молодежи вместе с Комитетом культуры города. Они заявили с проектом под названием «ПКЧИ – это где? Турслет». Он должен не только разнообразить досуг местных жителей, но и привлечь множество гостей. Авторы проекта хотят собрать в одном месте все направления так называемого любительского туризма. Какая именно идея будет реализована, решат сами жители. Голосование на сайте конкурса продлится до 6 марта, а уже 12-го станут известны имена победителей.